быть пожарным или мастером маникюра, футбольным тренером или официантом, озеленителем или мойщиком авто. Выбор профессии огромен и порой ставит в тупик. В каждой передаче я действительно все пробую на себе. Мы расскажем вам обо всех тонкостях того или иного ремесла и на себе попробуем, каково это – браться за новое дело. Программа «Дело по плечу» на канале 16. Ваш проводник в удивительный мир профессий. Смотрите нас каждый четверг после вечернего выпуска новостей.